На сцену приглашается Никита Море. Дорогие коллеги, я с гордостью хочу представить вам система «Умный дом». В один, возможно, в два или в три. Было бы неплохо. Да, например, коллеги. Ну, возможно, сейчас попробуем разобраться. Паша, что происходит? Ты же сказал, что программа работает. Программа, которую я делал, работает. Ну, это же одна и та же программа. Верно. Но за мою программу Море мне не заплатил, так что пусть и свои отдувается. Лёшкин кот, месть — это не решение. Море все равно поймет, что это ты его поставил. Всем прилетит, и тебе, и мне, и Кате. Но она курировала этот проект, значит, она с ним заодно. Нет. Как нет? Нет. Потом я что-нибудь придумаю. Она обязательно тебе заплатит. Где рабочая вещь? Правильное решение, Паша. Молодец. Небольшой сбой. Просто передана была не та версия программы. Вот рабочая версия. Никита Андреевич, продолжайте. Просто флешки похожи.